Сегодня «Картина ТВ» оказалась в настоящей новогодней сказке. Нас ждет встреча с любимыми вашими артистами и, конечно же, прекрасное ледовое шоу «Руслан и Людмила». Я ожидала увидеть что-то такое, я увидела. Это красивые декорации, красивый свет, прекрасная музыка. Я ее боюсь, Примилу. Руслан и Людмила, это сказка вашего детства или нет? Ну, в том числе, конечно, мы же все воспитывались на этом. И, конечно, сегодня для моей дочери это будет воспоминание на все детство. Шоу мне очень нравится, потому что мне нравится здесь все. И я думаю, что он будет иметь очень большой успех у зрителей, потому что есть то понятие, которое называется искренностью. Неважно, в каком жанре ты себя проявляешь. Перед Новым годом получить удивительное настроение, сказочное, увидеть красивую постановку, хореографию, отличное катание и, конечно же, музыка. Впечатление потрясающее. Я, кстати, не удивлена. А тебе сегодня интересно было? Это то, как ты представляла себе, так же? Нет, мне было очень интересно узнать, как Навка поставила этот красивый спектакль на льду. Конечно, потрясающе все это смотрится, и атмосфера в зале фантастическая. Прекрасное место и повод для того, чтобы отдохнуть. Вообще душой, сердцем отключиться и наслаждаться классным, красивым шоу. Да, отключился, получил наслаждение. Думал, честно, что все будет скромнее, оказалось, что прям вау. Я думаю, что дети, которые здесь присутствуют, конечно, испытывают целую гамму эмоций. Взрослым все-таки, конечно, поспокойнее, да, но для детей такой вариант феерического шоу – это сказка наяву. Мои впечатления – все классно, но есть маленький недостаток. От автора должен был читать Джигурда Джанатхан. Не могла пропустить это событие, потому что, во-первых, тема Руслана и Людмила, она очень актуальная для сегодняшней нашей страны, для всех наших людей. Это наша сказка, которую мы обожаем, любим. Я жду сегодня просто чудо. Это вообще, это супер. Переживали, спали все эти в это время, подготовка шла? Не спали, потому что, собственно, Таня, она несколько месяцев уже вообще не спит, работает в круглосуточном режиме. Последние дни Это не в сказке сказать, не пером описать. Работает просто как трудоголик, а я вместе с ней. Она приходит домой в 4 утра, а я ее жду, хотя тоже с работы прихожу в полночь. Ну, вот так мы и живем. Все ли получилось? Ой, как редко во время премьеры всегда все получается. Но на удивление практически 99% случилось, и я безумно счастлива. На какой спектакль мы сегодня идем? Руслан и